Ну что, дорогие мои зрители, как я и обещал, я внутри замка. Немножко поснимаю, может, не буду снимать, если забуду, увлекусь. Вот так выглядит внутренний двор. Вот. Сейчас я попробую переключить на фронтальную камеру, она будет лучше видеть и показывать. Вот. Вот непосредственно там вход. Так, я переключаюсь. Так, я переключился на фронтальную камеру. Вот внутренний двор замка. Вот. Стены, как вы видите, все очень древние. Вот. Очень древние. Это 11-й стек 12 веков. Ну, разумеется, окна застеклили гораздо позже. Но суть вы примерно понимаете. Да? 12 век. Раннее средневековье. Ну, с элементами позднего средневековья. Поднимаемся в этот зал, скажем так, башню. Вот мы, скажем так, на боевых позициях. Вот так вот выглядит вид бойницы и из бойницы, да, чтобы вы видели, понимали. Вот. Очень интересно, очень прикольно. Вот, ну пока все. Находимся на самой вершине замка этого замок Лин. Это башня. Вот такое вот у нее убранство, как говорится, вид изнутри и вид на город Крефельд. Так вот, да, вид на город Крефельд. Вот. Вот там примерно, как я понимаю, как я ориентируюсь или что, находится так называемый старый пряничный город с пряничными домами, фахверками немецкими, вот, который я снимал вчера. Вот. Ну, пока все.
Так, ребята, значит, снимаю камин древний для вас. Для многих всегда было любопытно, интересно заглянуть. А что ж там внутри камина, сверху? А мы сейчас посмотрим, а что у нас там сверху. А вот. Вот там у нас вытяжка. Вон как далеко. И, кстати, она действующая. Обратите внимание. Видите, цепочка, которую можно открывать и закрывать. Вот. Какая черга. Вот такая вот дела. Это кухня. Сейчас мы зайдем в него и посмотрим. А запах здесь, ребята, как, знаете, в сельской хате. Оригинальный замок. Все. Супер вообще. Очень-очень оригинально. Запах чисто такой, знаете, древности, древности пахнет. Супер. Вот. Оригинально. Очень-очень классно. Это все кухня. Это запах. Ой, какой запах здесь. Запах вот реально, знаете, такой древесного угля, топки,
Это, кстати, лавочка раскладная. Она так опускается, и ножка поднимается, и она раскладывается. Ступа. Баба Яга, я так понимаю, здесь жила. Да, да, да. Видите? Ступа, что-то тут было. Это все супер. Обалдеть. Что-то здесь. Не знаю, что здесь. Это вот предметы быта, посуда, весы, как вы видите. Весы. Вот. Очень интересно. Супер. Ну, это тот самый вход в замок. Я забыл снять его в процессе входа, поэтому я засниму процесс выхода. Вот. Вот такой вот интересный. Вход. Немножко, видите, снял так непонятно как, но ничего. А тут обходные, скажем так, проходы, да, где можно пройти, как я спросил коренных немцев, которые разрешили, сказали, что можно сюда пройти. Слышите, как птички поют, да? Животных здесь почитают. Ой, боже, где упасть можно. Животных здесь почитают. Вот. Видите, боится. Такая хитрая. Вот. Ух ты. Вот такое вот место здесь. Видите. Тоже бойницы. Вот лучший вариант. Но что там видно, потом расскажете, что вы там рассмотрели. Вот, вот кладочка, видите, давняя, древняя. Ох, птички, птички летают.
Тут могут и зайцы быть, белки, потому что все здесь природа ценит природу. Вот. Ох, дуб какой, ребята. Ой, какой он очень большой. Я не знаю, сколько передает камера, насколько передает камера. Но дуб очень большой. Видите, он врос в стену. Вот. Врос в стену. Балкон когда-то был. Место, лавочка. Так. Ой, прошу прощения. Вот. По-видимому, был громадный сук, ветка. Вот. Мы видим замок очень близко к обходной стене. В пределах внутреннего водного рва, вот который здесь, видите, вот оказывается здесь тоже можно побывать, не знаю, бывали ли здесь другие посетители, вот, но мне местные немцы разрешили сюда зайти. Сейчас я гуляю по улице внутри часовых. Вот. Ну, идем дальше. Напомню, это замок, крепость 11-12 веков. Замок Лин в городе Крефельд, западная Германия, ФРГ.